Всем привет. Я думаю, правительство Турции очень долго думало, какую же плюшечку подкинуть людям во время локдауна. Да, то уже все замучились. В итоге, что они не сделали? Открыли рынки по субботам. То есть 8 мая и 15 мая мы можем ходить на рынок и закупиться продуктами от фермеров. Это не плюшечка на самом деле, потому что в интернете начали появляться ролики о том, как фермеры просто выбрасывают тонны своей продукции. Это вызвало общественный резонанс, и вот ввели обратно рынки хотя бы по субботам. И поэтому сейчас мы пойдем на рынок и посмотрим, много ли там людей. И как вообще обстановка обстоит? Я думаю, жесть. Если с учетом того, что на обычных рынках там уносят просто тонны с собой этих колясок с едой, то сейчас там просто ажиотаж, наверное, такой, что мы придем там пусто. Да. Потому что сейчас уже около часу дня. Ну, погнали, посмотрим. Пойдем. Люди идут с рынка и все там покупают. Надо было микрофон это повесить. Да? Да. Но чем ближе мы подходим к рынку, тем больше нам встречается людей с полными сумками, тележками, пакетами. Вон, как много людей идут. Дедушка с тележкой. Сейчас мы перейдем, а там лавки. А там все пустое, да. Какая красота! Пахнет. Офигеть. Снимаем. Давай сначала яйца возьмем. Разберу. Нет, точно. Я куплю, давай. Чуть подорожали. Эль? Да. Давай, возьмем. До 24 мая. Ну, нормально. Это тоже Эль, да? Да, да. Эль. Угу. Написано Эль? Да. Деньги сколько там? Ты что, курс делит? Увидимся. Угу. Странно, конечно. Пошлите. Он все время говорит, что здесь бомба. Пошлите. Здесь не будет. Когда дома. 25 как там? 25 как там говорю. Пойдем. Черный или зеленый? Ну можно попробовать. 29 возьмем. Да, не с косточками. Да, попробуем. С косточками. Хочешь возьмем за 20? Самый вкусный это. Или посмотрим там еще, на обратном пути зайдем. А можно вот зеленый за 20? Попробуем. Кстати, маслины огонь. Хороший. Может, давай грамм 200 маслин для салата или грамм 200 оливок? Нет, давай пока только оливки, дорого 35. Без соли портится бывает она. Зеленый, смотри, это без соли. Смотри, цвет такой. Такой бывает без соли. А из зеленых какие хорошие? Зеленые, как вы хочешь. Сладкий перцем есть. Из короны есть, коронавирусом есть. Цветные. Жареные с чесноком есть. С чесноком вот. Чесноком. А давай попробуем, да, я тоже хочу. Девушка. Необычно. Ну, правда, ты съешь.
Вкусненькие. С чесноком вон. А можно вот эти вон за 20 попробовать? Угу. Спасибо. Как это? А без добавок? Не очень. Ну, на рынок мало. Мало людей вышло сегодня, да. Очень мало. Клубника по 12. Давай сначала овощи. Ну да, что-то немного прям. Ну, давай. Полиция все контролирует. Смотри, по 5 лир. Это черри помидорки. Возьмем? Может полкило таких, полкило больших? Кило? 1-2? Или... А, кило? Отлично. Аби бьет, Эрик взял. Окей, спасибо. Нет, ты сам на Питер, Эрик. Считаем. Считаем, сколько потратили налички. Огурцы по 4. Ой, смотри, по 2,5. Огурцы по 23 рубля, прикиньте. Они нормальные? Как думаешь? Да, почему нет? Какие-то они беленькие. Ну ничего страшного, это же помыть можно. Ну ладно. 23 рубля огурцы, немыслимо. Что это? Потому что рынка больше не будет, раз в неделю только рынок сделали. Поэтому продают все здесь прям. Распродают дешево. Ну, у нас там есть бананы много. Ну, возьми 4 штуки, я не знаю. Вот здесь все берут зелень, надо здесь взять тоже. Что надо? Шпинат. И можно лук зеленый. Как это будет? Сколько? Хач. Хач? Хач. Хач. Хач лира. Лира, хач лира. Лай. Тамам. Эбэд мага. Алло! Это шкура дрит. Куртаны варабы. Так, дыни 12, нектарины 20. Ага. Ну пойдем, ладно. Грибы надо взять, Ань? Баклажаны надо? Пойдем цветную капусту возьмем, где она еще осталась. Вон, кстати, продают цветную. Вон. Пойдем. Бананы по 7 лир за килограмм. Ой, бананы, арбузы. Цветная капуста по 4 лиры. Что, будем брать или подешевле найдем? Дальше до конца пройдем. Давай поищем еще. До конца пройдем.